Трюссель – крупнейший горнолыжный курорт Норвегии. 66 трасс и 31 подъемник объединяют три склона горы в единый комплекс семейного отдыха для всех уровней подготовки. Здесь вся семья может одновременно отправиться на подъемники на вершину горы и затем выбрать трассы различной степени сложности. Трюссель – это место семейного отдыха с горнолыжными спусками на трех склонах горы и большим количеством трасс для беговых лыж. Для самых маленьких лыжников имеются три большие детские зоны, где организуются интересные мероприятия. Популярна также лыжная школа с тренерами для всех уровней подготовки. Дети могут заниматься в лыжной школе, начиная с трехлетнего возраста. Первые занятия построены на играх, забавах и на общении с другими детьми. Сноупарк Трюссель неоднократно признавался лучшим в Норвегии. Он включает черную, красную, синюю и зеленую трассы. Нет ничего прекраснее ощущения, что весь склон принадлежит только вам. Дважды в неделю в районе Хёгига вы можете, насладившись прекрасным завтраком в гостевом доме, отправиться на утреннее катание, которое начинается уже с 7 часов. Утреннее катание для ранних пташек и лыжных энтузиастов является одним из многочисленных популярных мероприятий, в которых может участвовать вся семья, начиная с факельного катания и заканчивая театром смотов в детской зоне. Dronningen ber småttemor om att baka bollar med gult. Och själv ska jag ta med blåbärssirup från Skoglunds laboratorium. В Трюсселе есть уютные коттеджи, апартаменты высокого стандарта, а также две комфортабельные гостиницы с возможностью проведения конференций. Здесь есть бассейны с искусственной волной для серфинга, спа, боулинг, бары и рестораны. Все это можно без труда забронировать на сайте skystar.com. Хорошая еда и напитки являются залогом успеха любого отдыха. 16 кафе и баров расположены совсем недалеко от склонов, поэтому вы с легкостью доберетесь до них на лыжах. Здесь вы сможете отдохнуть в авторски или поужинать в горах. Трюссель – горы возможностей. Наши гости возвращаются к нам снова и снова. Поэтому Трюссель – самый популярный лыжный курорт в Норвегии.